Здесь вроде бы никого нету. Ой, ребята, что это было? Это мне показалось или кто-то там стоял? Ладно, ребята, я что-то не понял, мне показал. Кто это, ребят? Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy и посмотрите, какую крутую штуку я купил. Я теперь могу летать. Посмотрите, как круто. Мне в школе все завидуют, ребят, что я могу так летать. Смотрите, вон все бегают пешком на скейтах, катаются. А я летаю вот так вот. Только надо осторожно, конечно, а то можно разбиться. Надо быть совсем осторожным. У нас сейчас закат, ребята, и я думаю снова пойти в школу ночью и посмотреть, что же там у нас будет происходить. Но перед этим давайте вот сюда заглянем, посмотрим этот парк. Давайте мы сейчас приземлимся аккуратненько. Аккуратненько приземлимся. Вот так, пум. Какой крутой здесь парк. Я, кстати, здесь, ребят, ни разу не был. Давайте мы вот туда сходим. О, я застрял. Надо вот так вот. Оба. И вот здесь вот у нас вроде бы ничего нету, да? Смотрите, прям карта такая, как кемпинг. Но здесь у нас кемпинга никакого нету. Им даже и не пахнет. Хотя вот здесь, смотрите-ка, ребят. Вот вам и кемпинг. Ничего себе. Прикольно, точно, ребят, смотрите, здесь же можно сидеть у костра и рассказывать всякие разные истории. Прикольно, ребят, это же кемпинг. Реально, классно, классно. Я, кстати, этого не замечал, можно кому-нибудь из одноклассников сказать и прийти всем вместе сюда. Ну-ка, давайте мы сейчас поизучаем и посмотрим, что у нас здесь такое. Оба-на, что это такое, ребята? Это, похоже, создатели. Вау, создатели этого режима. Здорово, здорово, ребят, я здесь никогда не был. Так, а это что такое у нас? Смотрите, что это? Давайте зайдем, посмотрим, что это такое. Он продает мебель, ребят, он просто продает мебель. Ну ладно, все понятно с тобой, тогда мы отсюда уходим. Это просто-напросто продавец мебели. Тогда мы погнали теперь в школу, ребят. У нас сейчас время уже 7 часов вечера, и можно, в принципе, туда направиться. Но я думаю, наверное, мы куда-нибудь еще заглянем. Давайте вот сюда, наверное, заглянем. Это у нас что такое? Здесь я тоже ни разу не был, ребят. Давайте мы сейчас посмотрим. Это у нас какой-то магазин. Куда бы нам заглянуть, ребят? Ребята, в какой же магазинчик нам зайти? Давайте-ка мы с вами, наверное, заглянем в какой-нибудь магазин. Я даже не знаю, смотри, здесь одна одежда. Да, это вот такой вот у нас магазин. Тут кто-то, смотрите, стоит, что ли? Ты чувак, это же человек, да? Это же человек, ты что тут стоишь, как манекен? Ничего себе. Так, давайте, может быть, присмотрим какой-нибудь себе костюмчик. Приобретем его, ну-ка. А, он 5 робуксов стоит, ребят. Тут все платное. Тогда нет. Тогда отстаньте от меня, я ухожу от вас. Выходим из этого магазина и направляемся, ребята, в школу. Вот так вот летаем. Надо будет, конечно же, затестировать эти все магазины. Тут у нас тоже магазин, это тоже магазин. Смотрите, сколько здесь магазинов-то. Вот она, школа. И здесь, смотрите, стоят уже... Опа, вы чего здесь стоите? Ну-ка все по домам, быстро! Быстро все по домам, а то я сейчас позвоню вашим родителям. Ой-ой-ой, ребят, ладно, все, я пошел домой. Черт, нас учительница спалила. Блин, надо срочно уходить, время 9. Конечно же, она позвонит родителям. Давайте мы через крышу зайдем. А мы-то хитрые, ребята, через крышу зайдем. Вот так вот. Ну что, спускаемся вниз. Можно, кстати, в школе даже полетать, ребята, вот так вот. Не торопясь так, ха-ха-ха, круто. Ну что, ребята, у нас сейчас вечер, и я даже не знаю, что бы поделать. Что бы нам поделать, давайте посмотрим. Здесь вроде бы никого нету. Ой, ребята, что это было? Это мне показалось или кто-то там стоял? Ладно, ребята, я что-то не понял, мне показал. Кто это, ребят? Это что это было? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что делать, ребята? Офигеть! Ну-ка, давайте-ка мы с вами в туалет зайдем. Я не понял, что это было? Это кто был? Это Гренни была? Бабка Гренни? Откуда она в школе-то? Давайте с вами отсюда посмотрим. А, нет! Жесть! Офигеть, ребята, это что такое? Срочно надо уходить отсюда. Надо срочно уходить отсюда. Ой, привет, а ты здесь что делаешь? А я решил в кафетерий зайти и покушать. Я стырил сэндвич и кушаю его. Ой, ты, я только что видел бабку Гренни. Вот здесь вот, пойдем, я тебе покажу. Подожди, я хочу купить себе напиток. Все, купил, пойдем, вон туда. Вот здесь вот только что видел бабку Гренни. Пойдем. Чувак, ну что ты там делаешь? Пошли быстрей. Фуф, ребят, мне это показалось или нет, интересно? Какая-то бабка Гренни здесь была. Нет, вроде бы никого нету. Фуф, ладно. Вообще же никого не видно. Вот здесь теперь там, ребята!
Что? Офигеть, вы посмотрите, стоит, смотрит на нас. Я не хочу выходить отсюда, ребята. А где она теперь? Она пропала? Жесть. Ребята, тут какая-то непонятная нечисть в школе водится. А, где тут чувак? Чувак, тут только что Гренни же была. Ты чё, тут никого нету. Ты серьезно что ли? Как уж никого нету? Тут только что Гренни была. Нет, здесь никого не было. Ты что, чувак, у тебя глюки? Да нет никаких глюков, смотри, время-то 11. Вот, смотри, опять появилась. А, точно! Это кто? Что это происходит? Я не знаю, чувак, как хочешь, а я отсюда ухожу. Я срочно отсюда ухожу. А, офигеть, ребята, он там остался. Мало ли что с ним сейчас произойдет, но я его предупредил, ребят. Он сам видел эту Гренни. А, смотрите, снова она появилась. Чувак, она снова здесь, уходим. Быстрее, 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 нам надо уходить. Жесть, ребята, как же жутко. Так, давайте выходим. Ребята, двери закрыты. Что делать, двери-то закрыты. Офигеть, двери закрыты, это же мы ночью зашли. Нам надо теперь как-то тогда... Что здесь было, ребята? Я здесь кого-то увидел. Офигеть, что происходит? Здесь у нас бассейн. Фу, зря, наверное, сюда нырнул. Так, я тут никого не вижу. Снова эта бабка, ребята, она смотрит на меня. Жесть, она меня преследует, что делать? Офигеть, жестоко. Нет, а здесь ее нету. Офигеть, давайте мы, наверное, может быть, спрячемся в подвале, ребят. Наша задача спрятаться теперь в подвале. Спрячемся где-нибудь здесь. Раз двери закрыты... Я не знаю, что делать. Надо где-то здесь спрятаться тогда. Фу, давайте вот так вот встанем и будем здесь стоять. Так, тут у нас серверная. А, нет, ребята, она снова здесь. Она меня преследует. Жесть, а где, интересно, тот чувак? Надо срочно его найти. Быстрее, 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 заходим. Фуф, уходим, 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 уходим. Надо наверх, наверх надо, срочно. А, жесть. Это просто жесть какая-то, ребят. Хорошо, что я могу вот так вот летать по школе. Фуф. А двери-то закрыты. Двери закрыты в школу. А, надо было кого-нибудь звать с собой. Где тот чувак-то? Фуф, ее пока нету нигде. Бабки пока нигде не видно. Ой, жесть какая-то, ребята. Как же это было, конечно, страшно. Фуф. Такс. Я пока никого не вижу. И того чувака тоже не вижу. Ой, давайте, может быть, здесь спрячемся. Фуф, вроде бы никого нету. Я ухожу отсюда, ребята. Зря я пришел в школу так поздно. Тут же у нас лестница. Нам надо наверх, ребята. Нам надо наверх срочно. Так, тут у нас что такое? Давайте, давайте сюда пройдем. Тут никого нету. Черт, ребята, я никого не вижу в школе. Я единственный здесь. А-а-а, что делать? Нам надо срочно искать. Срочно искать выход отсюда. Где же выход? Блин, 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 что у нас здесь? Вот я нашел лестницу, ребята. Быстрее, 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 быстрее вперед. Так, надеюсь, у нас дверь здесь открыта. Да, ребята, дверь открыта. Фуф, я ушел со школы, ребята. Время 3 часа ночи. И хорошо, что я выбрался. Жесть, интересно, что это было? Что это было такое в школе? Это настоящая бабка Гренни была. Офигеть, ребят, я даже не знаю, что мне делать теперь. Наверное, пойду домой. Ой, кто-то на машине тут катается. Ну-ка, давайте мы к нему подсядем. Чувак, чувак, пожалуйста, можно к тебе подсесть? Они вдвоем там. Ребята, привет. Ты что к нам подсел? Мы на свидании вообще-то. Ребята, я только что видел бабку Гренни в школе. Поехали туда. Серьезно, что ли? Да, ребята, погнали. Ну, давайте посмотрим. Но сначала, перед этим, мы сначала зайдем в кафешку. У нас же свидание все-таки. А, у вас свидание, блин, ребята, они мне не помогут. О, о, чувак, чувак, привет. Отстань от меня, не видишь, я занят. Блин, чего вы какие заняты? А, учитель, учитель в 4 часа полпятого, ребята. А, я ухожу, надо, чтобы меня не палили в это время на улице, потому что если пропали, сразу же вызовут к директору. Ладно, все, я пошел домой, ребята. Где мой домик? Вот мой домик. Фуф, ладно, все, надо домой срочно идти. Ну все, я пошел домой, ребята, надо поспать. Хотя бы немножечко поспать перед школой. А, это же не мой дом, ребята. Я зашел кому-то другому домой. Это же не мой дом. А, смотрите, какая у него комната прикольная. Ну ладно, давайте тогда у него переночуем. Да, классно он здесь делал. Смотрите, у него кухня такая. Здорово, здорово.
Ну ладно, погнали наверх, ребята, и ляжем, отдохнем. Фуф, ну что, ребят, вот такой вот получился выпуск. Обязательно пишите свои комментарии, если он вам понравился. В следующем видео, ребята, мы пойдем снова в школу и посмотрим, что же нас будет ждать там. И я, наверное, пойду, ребята, туда не один, я позову кого-нибудь с собой. Всем, ребят, удачи и до новых встреч. Пока-пока.